Итак, всех приветствую на канале. Сегодня у нас будет Magic Revenge. Ну и, собственно, глянем, что здесь есть. Что к чему. Напомню, что у нас был отыгран турнир в Империи Пазлов, кто интересуется. Первый день. Посмотрите, на канале уже есть. Ну а тут 142 уровень, весьма неплохо. Давайте пробьемся. Кстати, 142 уровень, он идет до конца локации, то есть в принципе мы можем весь этап пройти, посмотреть, что там дальше. Ну и уже как бы с пониманием дела двигаться дальше. То есть, в принципе, весь, наверное, да? 141. Да, всю мы можем эту локацию пройти. У нас 142. Так, значит, пока там ходим, расскажу, что сегодня будет. Значит, здесь мы выставляем команду. Получаем жетончики и покупаем молоточки. Сейчас покажу, объясню для чего. Покажу. Стараюсь и за золото скупать, благо есть, и за алмазы. Сейчас проходит ивент Кризис Плети. Здесь традиционно набиваем ресурсы. Начинаем с банок. А то что-то титана мы забыли прокачивать. Надо его активировать. Потом идем сюда. Я понял, что здесь, чтобы награду получить, надо всех бить. То есть всех троих. Вот тогда вы получите полную награду со всеми вытекающими последствиями. Сейчас покажу, кто, может, подзабыл или не помнит уже вовсе. Значит, вот. Надо пробить 5 боссов, так называемых, дабы получить 50 осколков пятизвездочного героя. Ну и также здесь есть подарок феи. За вращение рулетки нам дают ништяки. Ну давайте покрутим ее. Посмотрим. Сейчас тут еще соберем. Тоже могут быть для рулетки из золотых сундуков ништяки. Здесь мимо, здесь мимо, здесь мимо. Ну, карту дали одну, нормально. Так, поехали. Со скидкой. Шучу, без скидки, без всякой. Ну, здесь нам интересен пятизвездочный герой в первую очередь. Покажу вам, кто это. Брелина. У меня она выкачана мощнее всех. И дальше мне ее копию нужно, чтобы выше подняться в прокачке. Ну и уже не стоять, так скажем, на месте. Кстати, кто Идливар вчера посмотрел без звука, к сожалению, звук что-то не записался, скажите, как вам прокачка команды? И там поднял двух персонажей на более, так скажем, высокий уровень.
Ну а здесь видите, да, как бы идет набор банок золота, но не пятерки. Пятерка что-то не идет. Ну ладно, сейчас в принципе мы ее подгрузим. Она к нам подъедет сейчас. Подкормим, так сказать. Там процент хоть и маленький, но... Кстати, а сколько там процент выпадения? 0,2. 0,2 это 500 круток. С 500 гарантированно должно выпасть. Ну, мы сок крутить не будем. Мы пока просто крутим. Так. Ну, видите, ситуация какая. Вообще нету. Давайте еще десятку и пойдемте смотреть, что у нас в процессе идет. Так, поздравляем, вы достигли события. А сколько мы накрутили? 22 осталось. Давай докрутим. 22. Это мощно, мощно. Это мы мощно прокрутили. И здесь два еще. Раз, два. Раз, два. И такую вот мы шляпу получили, серкет, ключики, камни, то есть все как нужно. А здесь у нас все обновилось. Мы можем глушить эти всех противников. Давайте титана посмотрим, что здесь есть. Вот он. В принципе, пару уровней качнем. Неплохо она, кстати, дает урон. Мощная тема. Так, ну и последнее. Значит, давайте кризис плети добьем. Засылаем сюда камешки. О, вернее, молотки. Получаем еще банки. Промежуточный сундук с вот этими порыбамбасами. Ну и сейчас мы получим награду 50 осколков. Ну что, на этом будем заканчивать. Вот такое вот насыщенное видео получилось. Кому было интересно, обязательно комментируйте. Не забывайте, что можно еще и подписаться на канал. Добьем 400 подписчиков и сделаю на миллион прокачку в академии в Tap Heroes. Там у нас миллион набрался монет гильдейских. Я думаю, что будет эпично. Никто на миллион еще вообще ничего не делал, а мы вот так вот возьмем, просто сольем. Золото там тоже уйдет очень много.
порядка 1,5 миллиардов. То есть это круто будет. Все, всем пока-пока.